Школа в Жаворонках небольшая, но очень уютная. Чувствуется, что здесь созданы комфортные условия и для учащихся, и для педагогов. Это тем более важно, так как Жаворонковская СОЖ – единственная в районе, где предусмотрена заочная форма обучения. За летние месяцы при активной поддержке местной власти и депутатов удалось выполнить все намеченные работы. Например, ремонт пола в нескольких кабинетах. Уже сегодня учебное заведение готово к приему детей. Конечно, очень важно проверить полную комплектацию классов. А здесь вот в Жаворонках мы видим, что высокий уровень подготовки уже вплоть до того, что учебники разложены и ждут своих учеников. Поэтому сегодня особое внимание мы уделяли программе по информатике, по информатизации. Новое оборудование вот-вот поступит в школу. Дмитрий Голубков особое внимание уделил именно кабинету информатики. И это не случайный интерес. При содействии депутата школа получила средства на масштабное обновление оргтехники и компьютеров. Впервые с 2007 года. Сегодня эти когда-то вполне серьезные компьютеры выглядят совершенно беспомощно. Общая стоимость приобретаемого оборудования – 500 000 рублей. Техника на сегодняшний день, конечно, вся устарела, и поэтому мы обращались к Дмитрию Аркадьевичу, и он любезно согласился нам помочь. И все компьютеры современные, с хорошей мощностью, оперативной памятью и так далее, будут установлены. Проекционное оборудование, копировальное оборудование, то есть полностью кабинет информатики будет обновлен. По итогам инспекции Дмитрий Голубков сделал однозначный вывод о полной готовности учебного заведения к началу нового учебного года. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».